Александр Аскеров уже много лет входит в число ведущих виндсерферов России, однако до 2019 года ему не удавалось победить на национальном чемпионате. Он мог даже лидировать на регате, но в итоге обидно уступал. Прорыв наступил в 2019, когда Александр вырвал золото в острейшей борьбе в медальной гонке. В 2020 он повторил свой успех уже в более спокойном ритме. Однако главной регатой сезона 2020, а возможно и карьеры спортсмена, стал чемпионат Европы в Виламуре в Португалии, на котором решалась судьба единственной оставшейся европейским спортсменом олимпийской лицензии класса RSX в Токио 2020, вернее уже 2021. Россияне и ранее были близки к ее завоеванию, но дотянуться до лицензионной зоны не получалось. Александр Аскеров это сделал. Общественная премия «Яхтсмен России 2020». Заходите на сайт Всероссийской Федерации парусного спорта и голосуйте.